В общем, это очень символично, потому что все настолько любят и уважают друг друга, что пришли хотя бы оставить частичку друг друга у себя на память, да, подписать майки и забрать автографы. Вот. Но, скорее всего, свою майку со всеми автографами я подарю кому-то из своих подписчиков, потому что я вас также уважаю, и кому-то из вас повезет. Я, правда, еще не придумал, за какой конкурс. Всего 8 серий будет. Сегодня выложат, может быть, реализатора 7-ю и потом 8-ю. Тихорецкому тоже привет. О, какой. Сережа, дядя Сережа подарил. Да, здесь майка. И маечка. Все расписались? Да. Для моей мамули. Она так просила. Тоже смотрела все серии «Тайских каникул». Да. Ну, свою я подарю, как я уже сказал. Скорее всего, вот она лежит моя. Ну вот она с автографами. 8 серий, и 9 будет попозже. Это 9 о том, как снимался проект. Тихорецкому тоже привет, мой родной город. Да. Ну что, как у вас дела? Рассказывайте. Сегодня выезжаем, уже пару часов осталось. У нас самолет уже на 12 часов задерживается. Надеюсь, мы отсюда вылетим вообще. Вот. Что делает Миронов? Сейчас не знаю, что он делает. Ну, Зай, ну не надо. Сейчас найдем. Ест, наверное. Вон он делает. Чьё? Комментарий твой даже не видел. Просят банки показать. Здоровые банки, надеюсь. Здоровые банки, пацаны. Больше банок. Хорошо, передам привет всем. Пока домой в Москву, дальше посмотрим. Не знаю, пока еще не планировал куда ехать. Нет, все, кто живет на вилле, все в один день прилетели, все улетают. Цель на 16-й год выступить на Олимпии, попасть в десятку. Цель пока такая. Настрой перед отъездом, как всегда, не хочется уезжать, потому что всем все нравится, все все полюбили. Ну вот, моя банка. Вот моя банка. Бился, порезался. Общага МГТУ, вам тоже привет. Как манго, но я уже, если честно, их наелся. Да, сказал, что меня двигало, и к чему в итоге я пришел. Поэтому, если интересно, кому нужна мотивация, можете посмотреть, может быть, вам понравится, а может быть и нет. Ну, если бы в пятерку, я даже об этом и не думаю. Пока думаю о десятке. Сколько гиг здесь денег оставил? Ну, не знаю. Помимо того, что я заплатил за билеты и за виллу, ну, наверное, 2-2,5 тысячи долларов, где-то так. Вот. Хороший я парень? Ну, может быть, хороший. Не мне судить, наверное. Ну, не то, что грузчиком я, то есть я действительно, там, это называется шабашил. Знаете, живешь в общаге, выходишь в 6-7 утра, и там люди подъезжают, говорят, нам нужно разгрузить, нам нужно что-то выкопать и так далее. Поэтому, да, я разгружал, копал, в общем, делал какую-то такую черную работу, пока учился в институте. Ростов-на-Дону, вам тоже всем привет, у меня брат сейчас там живет, вот, со своей женой. Вот. Качать ли ноги, если верх слабее развит? Безусловно, качать, потому что ноги дают наибольший выпуск гормонов. А гормоны потом заставляют все остальное расти. Да, разнорабочим был. Ну, то есть просто студент, который подрабатывал себе на жизнь. С Бадюком, ну, не то чтобы он нас кинул, просто мы приехали в зал, и, не знаю, у него, может, дела просто какие-то были, он уехал, и мы остались там сами по себе. Я думаю, что там не решается вопрос гражданства, кто побеждает. Там, я думаю, другие моменты решаются. Дикция, может, у меня хорошая, но на самом деле еще работать и работать не под собой. Road to Olympia, но планируем снять. Ну, моя подготовка к Олимпии начнется еще не скоро, через полгода где-то, поэтому пока еще снимать будем. На дым. Привет, хорошей погоды. Питер, с удовольствием. В Тихорецк. Ну, я приезжал раз в год, поэтому если летом приеду в следующем, если вам будет интересно, приходите, пообщаемся.
Вопрос задать можно, пишите вопросы. Маша, сколько красивых девушек сейчас меня окружает? Дети когда? Дети в планах, работаем надо. Клоков Дима собирает вещи сейчас. На тайские каникулы 3, да, хотел бы. Дружище, что? Потому что... Ты на дороге только с ним ходил. Потому что... Это посвящение в евреи, всем шахтам повязывают еврейски. Да, связь не очень, но она хотя бы есть. За Райан Терри, конечно, слежу, мы с ним общаемся, мы дружим с ним. Я взял интервью на пару прошоу, которое в Москве было. Скоро выпустят это интервью на GLB Channel, поэтому смотрите. Нет, я учился на бюджете в Краснодаре, в МФИЗе, в Академии физкультуры на педагогическом факультете. Бесплатно. Не магии, отношусь нормально, мы с ними делали проект один про X-Fit, можете посмотреть. Хочу на тайские каникулы 3, согласен, я тоже хочу. Миронов замутил? Спасибо. Нет, пока еще не замутил. Хотя, может, и замутит Клокова. Все просили Клокова показать, вот в такой позе вы еще Клокова не видели. Шарфики и полотенчики. Замат хороший парень, я ему помогал готовиться к соревнованиям. А вот мы с ним дружим. Юра уже уехал 2 дня назад обратно в Москву. Гошана показать. Гошан где-то там. Спасибо за вдохновение вашему Диму. Сержи Констант, он выступал сначала в IFBB, потом перешел в WBFF, там выиграл, потом вернулся в IFBB, но он выиграл по аматеру, это любители, но он не профессионал. Ему тяжело стать профессионалом, он слишком большой для того, чтобы выиграть у любителя, ему не дадут первое место. Он даже не участвует на турнирах сейчас. Карточка. Да нет, ну это что вы понимаете, что это была все шуточная постановка, поэтому я Ригерту и проиграл. Да. Все много шутили над Юрой Спаскотским, но это были добрые шутки, это ж не злые шутки. А он к Антону, он типа хорошо отношусь, мы с ним общаемся, может быть дружим, я не знаю, как правильно сказать. Шансы на Олимпии у него большие, потому что топы некоторые с Олимпии уже ушли, поэтому... Вот. Спасибо за то, что вы мне даете уверенность, что я буду в тройке, я буду стараться делать. Связь, да, плохая очень. Что поделать? Связь говно! Говно! Говно связь! За что деньги говно заплатили, блин, непонятно. Говносвязь, говноблоги. Говносвязь, говноблоги. Поэтому Серега Миронов и делает говноблог, потому что так можно только залить с говносвязи. С говносвязи делается только говноблог. Димка закончил майку подписывать. Спасибо большое. Майка клёвая. Это Дима Клокол. А это Клокол? Да. Это ему все рассказали? Розовые шортики где? Вот они прям перед вами. А чей маркер? Тебе надо подрабатывать этим за 200 баллов. Расслабься. Проиграл Миронову в карты массаж. Миронов покажется картежник, блядь. А, да, блин, как раз. Мошенник. Деньги посыпались. Слушай, ебани его еще разок, а? Бам, бам. Где деньги, блядь? Это сзади, Дима. Я как антилопа. Антилопа, блядь. Настенька, привет. Всех очень интересует, замутил ли Миронов с тобой. Да! Замутил! Кто тут кричит? Кто кричит? Миронов лайков кричит? 500 лайков еще осталось. Еще 500 лайков осталось, чтобы он замутил. Надо помочь дяде Сереже. 10 тысяч тебе. Не, ребят, по розовым трусикам я шлепать не буду, а то боюсь шлепнут меня потом обратно. Да, вот, вот так вот у нас здесь весело, так мы отдыхаем. С Мишей Коклевым, конечно, знаком. Шоколадное молоко? Шоколадное молоко. На себе, да. Форма более-менее сходит, потому что я постоянно тренируюсь минимум 3-4 кардио в неделю, поэтому держу себя в форму. Андипа выступает за США, за страну, за которую паспорт у него. Дома будем завтра, я надеюсь, если прилетим. 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 Я взял с тобой кол. Шорты майки, но у Клокова они уже давно в продаже. Свои пока еще не планировал вступать.
Почему моя жена взяла мою фамилию? Документов много менять. А учебное заведение закончила и получила все свои учебные корочки под своей фамилией. Поэтому не меняли. И паспорт только-только поменял. Так меня уходишь, что ты? Да я Диму попросили показать, что будет последнее все. Хорошо, передам Клокову привет от Богдана. Хорошо. Сеул, вам тоже привет. Ну, хорошо, напиши мне, пожалуйста, ВКонтакте по поводу фабрики. У меня есть пару идей про это, но я просто еще не думал, ни с кем не общался. Поэтому, если вы работаете с этим, напишите ВКонтакте, пообщаемся. Вакуумные пакеты, да, сгодятся. Дружеская атмосфера, то, что все спортсмены, все тренируются, все чем-то занимаются, было классно. Связь говно, согласен. Я ничего не продаю, ни генеры, ни спортпит, ни фар. 10 минут, спасибо вам за лайки большое. Уже, думаю, выйду в перископ, наверное, когда вернусь в Москву. Передам дяде Сереже, что я жду в Питере, но он, по-моему, не собирается уезжать. Да, гражданство у меня русское, пока не собираюсь его менять. Мне оно нравится. Кемерово тоже привет. Все, ребят, спасибо большое за лайки. Пока-пока.